С мая текущего года кабинет номер 320 поликлиники областной клинической больницы заработал в новом формате. Теперь за помощью сюда могут обращаться пациенты с нарушением сердца, с тромбозами глубоких вен и те, кто нуждается в длительном и даже пожизненном лечении после стентирования коронарных сосудов. Пациент приходит, сдает в нашей лаборатории анализы, то есть коагулограмму. И уже с учетом показателей этой коагулограммы мы назначаем лечение соответствующее. Некоторые пациенты длительно приходят к нам, пока мы подбираем дозу, потому что иногда это занимает вот все-таки какое-то время, там, от 2 недель до месяца. В связи с ростом сердечно-сосудистой заболеваемости по всей стране остро встал вопрос о необходимости образования так называемых антитромботических кабинетов. Если в Европе такая практика уже не нова, то в России подобные медкомнаты в Москве, Астраханской и теперь в Ульяновской областях. В планах у нашего кабинета это создание школы для пациентов, которые получают варфарин. Это создание генетического тестирования. Школа для пациентов, получающих варфарин, она будет включать рекомендации по питанию, рекомендации по образу жизни, вообще расскажет о том, что это за заболевание, почему пациенту приходится принимать варфарин, как себя вести в тех или иных осложнениях. За лечением, помощью и консультацией в новый кабинет могут обращаться жители со всего региона. Записаться на прием к врачу-кардиологу возможно через своего участкового врача, обратившись в регистратуру, либо по записи через личный кабинет в интернете. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.